Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я участница школы Мехенди Ирины Александровской. Записываю отзыв по нашей школе Мехенди. Я по профессии инструктор по лечебной физической культуре. Я работаю в детском реабилитационном центре. Также я веду детскую, взрослую йогу. Но сейчас я в декретном отпуске. Дочке 1,5 года, старшему мальчику 8 лет. Ну вот, по профессии я физкультурное у меня образование, но я всегда занималась творчеством. Всегда меня интересовало все, что связано с рисованием конкретно. Ну, там другие тоже творческие какие-то занятия были. Но в основном рисование меня больше всего привлекало. И Мехенди я когда увидела, мне очень хотелось попробовать уже давно. И здесь я ВКонтакте наткнулась на рекламу, где стоит Ирина, такая прелестная. Она меня, в общем, чем-то зацепила. Она сказала, что именно ты, мы в тебя верим, должна пройти нашу школу. В общем, я вот поэтому стала проходить один марафон, второй. И, собственно, теперь я на базовом курсе. Честно скажу, на базовый курс я не собиралась. Но когда у меня возникли трудности с тем, что мне хочется быстрого результата, прямо здесь и сейчас, и хорошего результата, я поняла, что с Мехенди так не получится. Здесь нужно какие-то действительно основы, знания, нужны усилия, терпение. Я решила вот на этом не останавливаться. Это меня подзадорило, и я решила, что все-таки пройду базовый курс во что бы то ни стало. Сейчас я прохожу 3-й видеоурок всего лишь. Это практически самое начало. Точнее, закончила 3-й видеоурок, начала 4-й. Но уже могу сказать, что знания даются очень такие именно базовые, что ни на есть, потому что есть такие элементы, моменты, без которых, мне кажется, невозможно достигнуть какого-то успеха, если же вы просто не хотите помалевать там конусом, а хотите что-то красивое и качественное, хорошее, добиться хорошего результата, то действительно стоит пройти этот базовый курс, несомненно. Очень важные моменты уже затрагиваются. И по пунктам. Больше всего в обучении мне нравится это подача уроков. Уроки записаны очень доступно, очень последовательно, все разложено по полочкам. И если есть какие-то вопросы, наши учителя быстро всегда на них отвечают. Все всегда очень оперативно. Труднее всего для меня было. Труднее всего, как я уже сказала, это не хотелось быстрого результата. В Мехенди такого не получится. И вот мне было трудно сладиться с этими всеми моментами. То есть нужно учесть очень много факторов, чтобы был хороший результат. Чтобы их учесть, нужно это все изучить, нужно это все наладить, так сказать. Ну вот с помощью наших преподавателей чуть по чуть получается что-то там уже становится лучше. Труднее всего для меня было, это я сказала, успели ли заработать денег. Я не успела, я не стремилась пока что заработать. Но думаю, что я бы хотела работать для навыка, для отработки навыка, для того, чтобы нарабатывать, как это называется, опыт. Опыт. Для опыта я бы с удовольствием работала за пожертвование, за какой-то взнос, хотя бы за материалы, что-то такое я рассматриваю. Что улучшить в обучении? Единственный момент, хотя я не знаю, как это улучшить, не улучшить, сюда ли это правильно относится, но мне почему-то хочется сказать о том, что, наверное, в начале курса, особенно базового и профи, скорее всего, там еще серьезнее работа, нужно учесть тот момент, что нужно очень много времени посвящать Мехенди. То есть каждый должен понимать, что он должен будет отдавать не менее 2 часов в день
на эту школу, потому что, чтобы достичь результатов, здесь меньше времени никак не получится выделить. То есть вот садишься, уроки достаточно насыщенные, домашней работы много, и за полчаса ты не успеваешь сделать даже половины, потому что, ну, объем очень большой, а умения еще не те. Вот, и хотелось бы, конечно, как всегда, быстрого результата. Нет, хотелось бы больше времени, на самом деле. Страница, когда ничего не беспокоит, вот закрыться в комнате и посвятить себя целиком и полностью этому процессу. Как наша Ирина все время говорит мне, войти в поток. Но, к сожалению, не получается, когда вокруг дергают, и свободного личного времени в день может быть час, а то и меньше. Этого мало, к сожалению. Наверное, в начале базового курса стоит понимать, на что вы идете. В начале, перед тем, как вы уже вступили в него, нужно оценивать свое время. Даже, наверное, для работающих людей лучше взять отпуск и во время отпуска проходить, чтобы вот целиком и полностью посвятить себя этому процессу. Вот такой вот минус, просто предупреждать, что на это нужно много времени. Хотя дается классный бонус, это саморазвитие, которое вы получаете абсолютно довесок ко всему обучению Мехенди. По саморазвитию дается целый метод, как сэкономить время, как его не растрачивать впустую. То есть, пожалуйста, можно как-то действительно подработать и над этим. И вообще, по поводу саморазвития хотела сказать о том, что вот эти моменты, допустим, есть задание «Стакан воды». Я уже более 2 лет выпиваю по утрам, после того, как чищу рот, выпиваю стакан воды. Но я выпивала стакан залпом обычно и бегом, и, ну, пусть это теплой воды всегда, да, обязательно, но это был один стакан. Теперь после прохождения курса, вот у нескольких уроков, когда было задание выпивать 2 стакана воды по утрам натощак, да, теплой воды, медленно я словила себя на мысль о том, что, ну вот, для меня это тоже какая-то прокачка. Я так вошла в ритм и все время бегом выпивала этот стакан воды как обязательство какое-то. Теперь я стала рассудительно, спокойно пить эту воду, что гораздо полезнее. То есть даже вот с моего уровня был некий рост. Меня это очень порадовало, что я так приостановилась и задумалась. Так, надо немножко тут поконкретнее заниматься такими вопросами своими, которые становятся обыденностью. За что огромное спасибо. И с чем сравнить? Сравнить мне ни с чем, я подобного не проходила. Хочу пожелать всем, кто мечтает пойти на курс, не сомневаться в своих силах, потому что здесь нас как детей, как в школе, вот детям нужна поддержка, здесь нас тоже очень хорошо поддерживают наши преподаватели, потому что действительно это очень важно, верить в себя. Ну, сомнений нет, курс классный. Если вы хотите, если у вас цель действительно обучиться Мехенди, не нужно никуда выезжать, не нужно там бешеные деньги, тут доступная цена, мне кажется, за эти знания даже можно брать и больше, потому что информация, знания и все, что вы получаете, это окупается с лихвой, это классно. И желаю нашей школе для Мехенди развития. Ребята, вы молодцы, вы классные. Спасибо за все, что делаете для нас. Мои поклоны. Всем пока.